8 вечера. Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. Шкиряк сделал свое дело, Шкиряк может уходить. Полет в Непал оборвал карьерный взлет чиновника. Каким сестрам достанется по серьгам? Президент и коалиция советуются, кому отдать влиятельные портфели и мантию. Миллиарды рублей и сотни погибших. Скандальный доклад Немцова. Сколько заплатила Россия за войну Путина? Врал ли Обама про Усаму? Бен Ладен и после смерти бросает тень на Белый дом. Одиозные судьи Печерского райсуда Виктор Кицюк и Оксана Царевич уже без электронных браслетов. Такое решение принял Винницкий городской суд. На днях истекли 2 месяца, в течение которых Кицюк и Царевич должны были носить браслеты, сообщать о своем местонахождении и являться в правоохранительные органы по первому же требованию. Прокуратура просила продлить этот срок до полугода, но суд это ходатайство не удовлетворил. Дело Царевич рассматривали вообще в выходной день, вчера. Дело Кицюка сегодня. Обоих судей, напомню, подозревают, что злоупотребляя своим служебным положением, они лишали прав автомайдановцев, основываясь на поддельных рапортах. 4 марта Верховная Рада дала согласие на их задержание и арест. Чтобы избежать судейской солидарности, дело даже передали на рассмотрение в Винницу. Вот с минуты на минуту мы ждем комментарии генерального прокурора о фактическом освобождении Кицюка и Царевича. Об этом поговорим чуть позже в этом же выпуске. Роковая командировка Шкиряка. После скандальной операции по спасению граждан Украины из Непала руководитель ГосЧС стал сначала героем сюжетов, потом объектом насмешек, а с сегодняшнего дня безработным. Как закатывалась карьера главного спасателя, Максим Кошелев далее. Это было удивительное приключение. Операция по спасению украинцев, которую планировали завершить в считанные дни, и на которой Шкиряк реально мог создать себе образ героя-спасателя, затянулась на неделю. А ведь мистические знаки-то были. Сначала в полете произошла поломка одного из двигателей военно-транспортного Ил-76. Затем его долго и не сразу успешно чинили. И уже потом, когда украинцев забрали из Катманду при посадке в Дели, у этого самолета лопнуло колесо. И полмира увидела фотографии, как наши граждане медитируют на бетонке индийского аэропорта. Вместе с ними на взлетке загорал и Зарян Шкиряк. Отличное приключение. Такого, я надеюсь, больше не повторится. Физическое состояние самолета желает лучшего, конечно. Это да. Если бы у нас были, не дай бог, какие-то раненые или, не дай бог, больные, то они бы уже умерли. И все бы ничего, до Киева-то в результате добрались, но на проведение этой операции из бюджета выделяли больше 6 миллионов гривен. А по прилету Зарян Шкиряк заявил, что можно было обойтись третью от этой суммы. Но даже в этом не было претензий лично к Шкиряку. Самолет-то давали военные, а решение о его отправке принимал Кабмин. Если бы чиновника не подвело одно его личное решение – взять с собой в спасательный рейс близкую подругу и объяснять потом это тем, что она якобы квалифицированный психолог, знающий некие восточные практики. По прилету злополучного рейса в Украину парламент потребовал разобраться со Шкиряком, а сам он бодро говорил, что в отставку не собирается. И вот сегодня после обеда он заявил. Мое пребывание на посаде было тимчасовым, и я вважаю, что на этом этапе моя миссия тут завершена. Я вважаю, что настал час надати дорогу профессионалам. Получается, что раньше кто-то назначил руководить ГосЧС не профессионала. Ну и главный вопрос, кто-то все-таки ответит за скандальную непальскую операцию? Сам же Шкиряк говорит, без дела не останется, планирует вернуться в МВД, мол, для него найдется местечко рядом с министром. Максим Кошелев, Даниэль Косаковский, подробности, телеканал Интер. Теплые места сейчас делят в высоких кабинетах. Ряд кадровых вопросов президент обсуждает с главами фракции коалиции. Какие портфели на кону и кто на них претендует? Этот вопрос я хочу переадресовать Елене Митясовой. Она внимательно следит за ходом встречи. Лена, слушаем. Алексей, добрый вечер. Встреча Петра Порошенко с главами фракции коалиции буквально только началась. По предварительной информации, еще пока не проверенной, нардепы пришли согласовать с президентом ряд кадровых вопросов. Все еще не могут определиться, кто же более подходит на
главу антимонопольного комитета фонда госимущества, счетной палаты. Также проблема с выбором кандидатуры на пост омбудсмена и командующего Нацгвардией. Поставить точку в вопросе этом должен президент. Напомню, это не первая встреча Порошенко с главами фракции коалиции. Последняя состоялась в апреле. Тогда Петр Порошенко призвал нардепов ускорить процесс проведения реформ, а также рассмотреть законопроект об отмене залога при совершении тяжких преступлений и коррупции. Чем закончится этот разговор, расскажем мы вам позже. Алексей? Лена, давай договоримся так. Просто должности на самом деле очень высокие, и кандидатуры, насколько я знаю из наших источников, обсуждаются очень разные. Очень интересно, кто же какую должность может получить. Если будут известны имена, сообщи нам, и мы дадим тебе слово уже еще в этом выпуске подробностей. Спасибо. Это была Елена Митясова со встречи президента Украины с лидерами парламентских фракций. Ну а в самом парламенте сегодня весь день говорили о военных законопроектах. И Рада приняла закон о военном положении. Что теперь и как сложилась работа депутатов после двух недель перерыва? Обо всем подробнее Екатерина Лысенко. Цветы для надежды и повестка дня, наполненная военными законопроектами. После двух недель перерыва депутаты снова в зале и начинают утро с поздравлений. Давайте еще раз передаем. Надея, с днем рождения! Спустя час цветы прямо в сессионном зале передают маме Надежды, а депутаты задают тон предстоящей недели. Історична місія нашого парламенту полягає в тому, щоб примирення України з частиною Донбасу відбулося сьогодні, а не через 70 років цим займались наші нащадки. Тому ми ще раз закликаємо парламент негайно приступити до процесу імплементації мирних угод, підписаних у Мінську. Но коалиция приступает к законопроектам, которые касаются нацобороны. Среди первых проголосованных – два документа, ограничивающих право военных пользоваться мобильными телефонами. Суттєва кількість випадків ураження наших підрозділів стали результатом наведення та вогню саме через використання нашими військовослужбовцями звичайних телефонів. Оба законопроекта – и о запрете военным пользоваться мобильным зоне АТО, и о возможности изъятия командирами батареи сотовых, когда это необходимо, приняли в первом чтении. Так как и законопроект, который разрешает иностранцам воевать на территории Украины. Иноземцы або особи без громадянства зможуть згідно контракту служити в Збройних силах України на боці українських підрозділів. І це не буде кримінальна відповідальність по відношенню до них. Закон легалізував диких гусей со всех стран, искателей приключений, всякие наемники сегодня могут приезжать в нашу страну. Мы не можем такого допустить. Мы не можем сделать Украину плацдармом для искателей приключений. То ли перерыв повлиял, то ли важность документа, но к концу рабочего дня зал проголосовал один из наиболее значимых документов. Рада определила, как жить в стране в случае введения военного положения. Він визначає, хто буде керувати на місцях в час оголошення воєнного стану. На жаль, старий закон застарів. Тому закон регулює ці норми, узгоджені з практикою прифронтової полоси. Теперь, к примеру, военное командование и администрация на местах смогут проводить эвакуацию населения, вводить трудовую повинность, запрещать проводить массовые акции. Поднимали депутаты и социальные вопросы. Батьківщина, к примеру, требует собрать не просто совет коалиции, а всех депутатов большинства. И негайно поставить питання для загального обговорення, щоб припинити сьогодні приниження людей, знущання над людьми. І негайно провести індексацію пенсій заробітних плат, негайно скасувати податок на пенсії і безумовно переглянути тарифи. А в блоке Порошенка требують запустити роботу агентства по восстановленню Донбаса. По рішенню правительства воно создано, но вот заработать никак не может. Екатерина Лысенко, Ольга Рыцарь, Владимир Самченко, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Боевики продолжают обстреливать позиции украинских военных на востоке страны. У нас появилось этому видео подтверждение. Корреспондент подробностей Вениамин Трубачев достал эксклюзивные кадры. На них очень четко видно, как танк террориста стреляет прямой наводкой по нашим позициям. Посмотрите репортаж. Танк боевиков выезжает на огневую позицию и стреляет. Затем еще раз и еще по позициям украинских войск. Видео было снято сегодня утром в пригороде Авдеевки. Эти материалы – неопровержимое доказательство того, что боевики не соблюдают мирные договоренности. С 4 утра и почти до 8 утра по нам работали танки и артиллерия тяжелая. Хотя был договор, что отвезти тяжелую артиллерию. Никто ее не отвел. Работа с жилых кварталов.
Танки. Два танка работало. Боец с позывным «Хаттабыч» со своим подразделением держит оборону на окраине Авдеевки. За «Зеленкой» уже позиции боевиков. По словам военного, он регулярно наблюдает, как террористы подвозят новые боеприпасы и укрепляют свои позиции. Они в церкви, в районе Спартака, в самой церкви, выгрузили два КАМАЗа боеприпасов. Это ж до чего дойти нужно, чтобы в церкви выгружать боеприпасы? Сегодня в этом районе работала и диверсионная группа боевиков. Также разведчики обнаружили следы вражеского снайпера. Поэтому на открытой местности наши солдаты долго стараются не находиться. В основном пытаются, они сейчас как бы перешли на тактику ДРГ, как бы, но периодически простреливаются тяжелой артиллерией. Стреляют регулярно, хаотично, то есть нет такого, чтобы днем, ночью. Правда, люди в Авдеевку понемногу возвращаются. Влада показывает свой разрушенный балкон. После взрыва вылетели все стекла, но затевать ремонт женщина не спешит, опасается новых обстрелов боевиков. Мы просто взяли пленку, картон, что подручный материал, это все задело. Да, когда было уже сильно холодно, все-таки зима была, пленка-то шелестит постоянно, мы заделали сверху еще одеялами. Влада живет с дочкой. Школы в городе уже работают, но все равно дополнительно приходится заниматься дома. Слишком много уроков пропустили во время войны. Мы почти всегда спали в коридоре. Потом нас выбили стекла ночью. А мы с мамой выходим иногда погулять. Потом всегда делаем уроки. Ну не страшно гулять? Нет. Несмотря на постоянную угрозу вражеских обстрелов, люди дома не сидят. В пригороде Авдеевки местные заняты посевной. Садят сейчас кукурузу, подсолнечник и тыкву. Будем засевать тыквой. 50 гектар. Ага. Вот. Это севечка, технические семена. Культура этот, сорт технический. Ага. А вот не страшно работать? Все-таки взрывается тут недалеко. Да не страшно, что бояться. Ну как чего? Работать же надо все равно. Люди надеются, война прекратится, и они смогут, как и раньше, собирать урожай, а не осколки и не разорвавшиеся снаряды. Вениамин Трубачев, Сергей Дубинин и Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер, Донецкая область. Вениамин Трубачев на связи со студией. Веня, здравствуй. Отличный материал. Спасибо тебе за него большое. А что ты можешь добавить к уже сказанному сюжету? Да, Алексей, вот в районе Авдеевки сегодня боевики стреляли не только с танков, которые вы могли видеть в сюжете, но и с 152-миллиметровых пушек. Эти виды вооружений запрещены, как известно, минскими договоренностями. Также в Донецкой области террористы обстреляли из минометов «Пески», а в Марьинке работал снайпер. К счастью, там никто не пострадал. И вот сегодня, по данным штаба АТО, они заявили, что из России в Донбасс приехало 10 профессиональных снайперов, поэтому военные стараются на передовой, на открытой местности, по крайней мере, долго не находиться. Также есть информация из Луганской области. Там боевики из минометов стреляли по опорным пунктам и блокпостам вблизи поселков Луганское, Желобок и Счастье. Там периодически боевики подбираются настолько близко, что завязываются даже бои с применением стрелкового оружия, имеется в виду автоматы и пулеметы. Алексей. Спасибо, Вень, тебе за работу. Еще раз, это был мой коллега Вениамин Трубачев, рассказал о самых горячих точках на данный момент в Луганской и Донецкой областях. Еще один компромат на боевиков обнародовала СБУ. Переговоры боевиков о грушниках в Горловке. В записи идет речь о 42 сотрудниках Главного разведывательного управления России, которые инспектировали сепаратистов. Телефонный разговор состоялся в феврале этого года. Вот послушайте фрагмент. Грушники в Горловке. В Горловку? Да. Не. 42 человека прилетело. Чистка рядов начинает. Месяц чистка рядов. Ну, кто знает. Ну, мне сказали, чистка рядов. Я встретился с одним из них, и один из них сейчас, ну, рядышком со мной. Он говорит, братан, начинается, говорит, чистка рядов. Ну, а то, что обнародовали сегодня российские оппозиционеры, и компроматом-то не назовешь. Это скорее приговор. Доклад «Война Путин». Над ним работал Немцов. В документе страшные факты и цифры о погибших россиянах на востоке Украины и миллиардах, выброшенных в топку этой войны. Данил Русаков о цене донбасской крови. Офис партии РПР «Парнас» под завязку забит журналистами, в основном иностранными. Большинство ведущих российских СМИ на эту встречу не пришли. Портрет главного инициатора этого доклада на стене. Работу, начатую Немцовым, завершили его соратники. Еще в марте 2014 года военнослужащий российской армии «Козлов» принимал активное участие в операции в Крыму. Причем делал он это в форме украинской милиции.
форме «Беркута». А уже в августе 2014 года он оказался на территории Украины, на Донбассе, где попал под обстрел, был ранен. По словам докладчика, основная аудитория, к которой обращаются россияне, информацию о военных федерации, погибших на Донбассе, собирали не только из открытых источников. Помогали украинские политики и даже некоторые представители российской власти, но на условиях анонимности. 53 миллиарда рублей именно в такую сумму оценили все расходы кремлевского руководства. По утверждению оппозиционеров, деньги в частности пошли на финансирование кадровых солдат, террористов и наемников. Их, как сообщается, вербуют в районных военкоматах. Говорил Илья Яшин и об оружии, находящемся на балансе у боевиков. В тексте Минских соглашений и в первом, и во втором упоминается система залпового огня, которую сепаратисты обязуются вывести из зоны боевых действий. Речь идет о системе залпового огня под названием «Торнадо-С». Дело в том, что эта система разработана в России и никогда не поставлялась на экспорт. Чеченский след на востоке Украины тоже обсуждали очень подробно. Речь об формировании террористов «Смерть». Сообщается, что рекрутировали туда тех, кто участвовал в боях против российской армии в конце 90-х на Кавказе. Позже, утверждают авторы, эти люди были реабилитированы и получили посты от Кадырова в местном МВД. Мы расцениваем эти структуры как личную гвардию Рамзана Кадырова. То, что эти люди воюют на востоке Украины, по сути, свидетельствует о том, что Рамзан Кадыров посылает туда своих элитных боевиков. Историю с малазийским «Боингом» тоже изучили детально. По словам Ильи Яшина, у оппозиции нет сомнений, что самолет был сбит из установки «Бук», доставленный с территории России. Всю эту информацию разработчики хотят донести до сограждан. Моя эта глава, она самая простая, это про Крым, где все Путин сам рассказал. Там как бы совсем мой вклад самый минимальный. А другие люди писали гораздо более важные и интересные вещи. Свидетельские показания самих военнослужащих, как сообщают оппозиционеры, они собирали непосредственно на месте. Для этого активистам пришлось съездить в Иваново, Кострому и даже Бурятию. Совершит ли переворот сознания россиян документ, изданный тиражом всего в 2000 экземпляров? По признанию самих активистов, даже не все типографии были готовы напечатать этот доклад. А что будет, когда его попытаются распространить, сейчас предположить мало кто может. Данил Русаков, Олег Неведомский, Виталий Коваленко, Московское бюро телеканала «Интер». Кремлевские бонзы тем временем были заняты подношениями госсекретарю США. В Сочи Лавров преподнес Керри две корзины с помидорами и картошкой. Тот же в ответ презентовал информационную лапшу, которую Россия вешает на уши миру. Подборку цитат российских СМИ, которые искажают информацию об американско-российских отношениях. Впервые, кстати, это за 2 года госсекретарь США с визитом в России. Джон Керри также встретился с президентом Путиным. В повестке были все проблемные темы для стран, те, на которые у Вашингтона и Москвы кардинально разные взгляды, в том числе и Украина, естественно. Но вот о чем договорились, пока неизвестно. В Одессе нашли бомбу, но успели обезвредить. Взрывчатка с часовым механизмом находилась внутри пластиковой бутылки. Вот так выглядело самодельное взрывное устройство. Неизвестные злоумышленники прикрепили его на эстакаду газового трубопровода на высоте 10 метров в одном из переулков в промышленном районе Пересыпи. Подозрительный предмет заметили рабочие, которые ремонтировали магистрали и вызвали милицию. Сейчас взрывчатка на экспертизе, и уже по предварительной оценке экспертов мощность обезвреженной бомбы около 2 килограмма. В тротиловом эквиваленте. Суд спустя рукава. Заседание по делу о самом кровавом харьковском теракте 22 февраля возле Дворца спорта снова перенесли. Кто затягивает рассмотрение дела? Разбиралась Лидия Калинина. Сегодня Андрей второй раз в жизни видит людей, которых подозревают в убийстве его сына. 22 февраля Даня ушел гулять с другом. О том, что они отправились на шествие, отец не знал. Когда по СТВ услышал в новостях о том, что в Харькове произошел взрыв, но сказали только о том, что там в центре, и жертв нет, я сразу почувствовал, что Даня что-то случилось. Кроме Дани, тогда погибли еще 3 участников марша. 9 человек с ранениями оказались в больницах. Этих 3 мужчин задержали спустя несколько дней после теракта. Именно они, по версии следствия, закопали в снег противопехотную мину и привели ее в действие, едва колонна двинулась с места. Андрей ни на секунду не сомневается, задержали виновных и желает им максимального наказания. Либо смерти, либо пожизненного. Потому что это люди, которые лишили жизни моего сына. Вообще ни за что. Он не воин, он мой ребенок. Пожизненное заключение. Максимальное наказание за теракт, в результате которого погибли люди. И адвокаты потерпевших намерены требовать именно этого. Сами подсудимые оправдываться даже не пытаются. Чи вважаєте ви себе винними?
Или вы случайная жертва? Вы, возможно, хотели что-то сказать в своем оправдании. Приступить к рассмотрению дела судьи никак не могут. Вот и сегодня, едва началось заседание, один из подозреваемых потребовал сменить ему адвоката. Мол, нынешнему не доверяет. Просит, чтобы его интересы представлял бывший защитник всем известного Топаза. В зале суда его нет, и заседание переносят. Слушать дальше дело нельзя. Если это один из способов защиты, то он некорректный. То, что таким образом специально затягивают слушание, не исключают ни потерпевший, ни прокурор. Это как один из вариантов способа защиты, может быть. А опять же, сказать так это или не так я не могу. Потом потерпевшие начинают уже не приходить на это дело. Они сейчас найдут хорошего адвоката, и уже им не пожизненно будет, а 15 лет. Следующее заседание назначили на понедельник, но не факт, что оно будет продуктивным. Новый адвокат может потребовать дело для ознакомления, и тогда слушание снова перенесут. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности, телеканал Интер, Харьков. Кто из депутатов может лишиться неприкосновенности уже в ближайшее время? Очень громкий брифинг генпрокурора проходит в эти минуты. Это и еще несколько скандальных тем уже во второй части подробностей. Сошла с экономических рельсов. Укрзалезницу довели до ручки. Расследование в прямом эфире. Парламентская следственная комиссия перед камерами проверяет, воруют ли в Кабмине. Вали за пой на генетику. Ученые оправдали алкоголиков, но дали ли шанс на спасение? Укрзалезница в долгах, как в шелках. Не справляемся с долгами, заявил ИО гендиректора Максим Бланк и объявил о техническом дефолте. По его словам, компания планирует реструктуризировать внутренний и внешний долг на общую сумму около 32 миллиардов гривен. Уложиться хотят в 2 месяца. Причины такой ситуации – крайне сложная обстановка в стране, безхозяйственность и коррупция, конечно же, попередников. Останние 3 роки были тим періодом, коли найшвидше накопичувався той борг, останні 3 роки перед революцією. Успішного проведення реструктуризації це дозволить відновити нормальну економіку «Укрзалізниці». Не лучшая ситуация и с долгами страны. Минфин обвиняет комитет кредиторов Украины в затягивании переговоров по реструктуризации государственного долга. Глава ведомства Наталья Ярейска утверждает, инвесторы не понимают всю серьезность финансовой ситуации в стране. В ответ комитет кредиторов заявил, правительство не проводит реальную работу по предложениям о реструктуризации и направил Киеву новое предложение согласно планам МВФ. Теперь все ждут ответ уже от правительства. Вот воровали или нет в правительстве, сейчас начали. В очередное заседание собралась рабочая группа по проверке коррупции в госсекторе. Заседает она довольно-таки необычно, перед телевизионными камерами. Ольга Рыцарь следит за работой депутатов, с ней сейчас пообщаемся. Оля, здравствуй. Безусловно, такая открытость – это хорошо, но повлияло ли это на результативность расследования? Твои впечатления? Добрый вечер, Алексей. Вот буквально только что в эти минуты в комитетах Верховной Рады закончила заседать рабочая группа, которая изучает факты коррупции в Кабмине. Речь идет о хищении в правительстве на сумму более 7,5 миллиардов гривен, о которых раньше говорил бывший глава госфининспекции Николай Гордиенко. И как только начала заседать эта рабочая группа, ее председатель Борислав Береза, народный депутат, заявил, что спикер Верховной Рады отказался продлить работу группы, которую изначально просили депутаты продлить до 2 июня. Но депутаты решили продолжить работу этой группы и говорят, что комитет по противодействию коррупции имеет на это все полномочия. Ну а по итогам этой группы обещают предоставить отчет Верховной Раде. В данный момент у нас получается удлиняется срок нашей работы. Поэтому это рабочая группа. Вы приходите сюда с готовыми материалами. В данный момент происходит несостыковка. И у нас получается дополнительная встреча нам необходима для того, чтобы мы разобрались в этой ситуации. Ну а пока что окончательных результатов работы этой группы нет, но сегодня на рабочей группе были представители Министерства финансов, также были представители Нацбанка, но самого министра Наталья Ярейска, как и главы Нацбанка Валерии Гонтаревой не было. Не было также и представителей Генеральной прокуратуры. Сам председатель этой рабочей группы Борислав Береза говорит, что это саботаж, ну и будет настаивать на том, чтобы все-таки в Верховной Раде создали временную следственную комиссию по этому вопросу. Алексей?
Все понятно, запутано, конечно, идет расследование, но радует, что идет. Спасибо тебе, Олечка, за работу. Это была Ольга Рыцарь. Получили от нее последнюю информацию о работе комиссии по расследованию злоупотреблений в Кабмине. Вернемся в зону АТО. На Мариупольском направлении интенсивность обстрелов боевиков сократилась. Утром противник открывал огонь из стрелкового оружия и миномета 82-го калибра. Все подробности из Широкина в репортаже Эльвины Сейдбулаевой. Я из Мариуполя. Я из Полтавы. Я из Тернополя. Я из Кременчуга. Коломея. Война объединила армейцев со всей страны. Здесь, возле Широкина, на передовой, они уже несколько месяцев под вражескими артобстрелами. Ну, это в 50 метрах буквально, или в 40 метрах от, скажем так, от нас. Это САУ. Военный с позывным «Этюд» показывает свой пулемет, который стреляет на несколько километров. Правда, пользы от него не очень много. Дальность стрельбы 3800. 3800, но прицельная дальность 1,5 километра. Если они используют тяжелую технику, это в пределах более чем 5 километров. У нас есть силы, у нас есть техника. Правда, она не в тех местах, где она должна быть. Она не здесь, а где-то там в тылах. Основная масса ее. Провокационные залпы вражеской артиллерии здесь слышны чуть ли не с самого утра. Доносятся они из соседней Саханки. Там боевики проводят тренировки. Наши бойцы говорят, присутствие среди боевиков регулярных российских войск – факт бесспорный. Я видел профессиональных военных, вот как сейчас вижу вас, стоял рядом с ними, русских. Они не стеснялись ни своих русских нашивок. Город стратегический в любом случае. Нужна дорога в Крым. У каждого на передовой свой оберег. Боец по ЗНМ «Франц» еще с Майдана не расстается с черно-красным флагом. Слава Украине, героям слава. И вот друзья мои, вот, для Прикарпаття, тобто це для мене, від Житомира. Він мене підтримував на Майдані і у даний час підтримує мене. Среди бойцов и коренной мариуполец, бывший бизнесмен. Теперь с оружием в руках отстаивает свой город и свою страну. Я хочу, чтобы остановилась вот там, на границе Украины. Там, где граница была до прошлого года. На передовой засекли вражескую воздушную разведку. Военные настоятельно просят нас покинуть позиции. Обычно после облета беспилотников происходят обстрелы. Так что вам лучше возвращаться. Они уже давно вас заметили. Эльвина Сейдбулаева, Владимир Дедов, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Мы попросили Эльвину Сейдбулаеву выйти с нами на связь, рассказать самые последние новости из сектора М. Эля, здравствуй, тебе слово. Здравствуй, Леша. На данный момент ситуация на Мариупольском направлении существенно не изменилась. Наши военные зафиксировали 3 обстрела со стороны боевиков, все 3 в Широкино, огонь открывали стрелковое оружие и 82-миллиметрового миномета. А вот в окрестностях Павлополя работали наши саперы, обезвреживали не разорвавшиеся вражеские боеприпасы, в частности снаряды артиллерийской системы «Нона-С» калибра 120 миллиметров. Их, согласно минским договоренностям, применять запрещено. А вот по словам украинских военных, на этом снаряде хорошо видна маркировка, согласно которой произведен он был в 1994 году на территории России. В Мариуполе СБУ задержала бывшего мэра города Золотое Луганской области. Его подозревают в посягательстве на целостность Украины. В прошлом году он организовал псевдореферендум, а когда освободили город от боевиков, сбежал и скрывался в Мариуполе. Здесь уже успел приобрести несколько квартир и начал строить особняк. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На этом у меня все, Алексей. Спасибо, Эля. Это была Эльвина Сейдбулаева из сектора М. И, кстати, вот о псевдореферендуме. Сегодня ровно год, как террористы после фейкового референдума объявили о создании так называемых республик. В одном из городов, который пережил оккупацию и сейчас остается прифронтовым, побывал Ярослав Кречко. Давайте посмотрим репортаж из Дзержинска. Это теперь в центре Дзержинска патриотичный Ленин и украинская символика. Год назад все было по-другому. Раиса Митрофановна нянчится с внуком и вспоминает так называемый референдум. Ходили, конечно, ходили. Думали в лучшую сторону, но оно получилось, наверное, в худшую сторону. У 5-летнего Дани о тех событиях тоже воспоминания. Танк, который боевики прятали в их дворе. Я слышал, как у него прятались в подвале.
Здание горсовета – практически единственное напоминание о боевых действиях в центре Дзержинска. Летом прошлого года наши военные в результате спецоперации зашли в помещение, но потом террористы подогнали танки, и вот это уже результат работы боевиков. Бой и освобождение были только летом, а до этого больше двух месяцев в Дзержинске орудовали боевики. Да нет, это беспредельщики. Нас избивали, тут всех избивали. Но у большинства горожан о событиях прошлого года вспоминать особого желания нет. На одном из домов написано три слова «Донецк», «Украина» и зачеркнуто «Россия». Алина Романовна по нашей просьбе смотрит и отвечает. Мой отец шахтером был, воевал и умер шахтером. И лучше шахтеров нации нет. С Сергеем мы встречаемся на центральной площади. Он местный активист. Вчера организовал акцию в поддержку Надежды Савченко. Было, говорит, человек 20. Не хватает подъема уровня патриотичности. Каждый граждан должен понимать о том, что он родился в Украине, а у многих этого нет. Люди здесь заняты другим – выживанием. Как сказал мэр о жителях Дзержинска, они прагматики. Мэр, к слову, в этом кресле сидел и год назад. Говорит, обеспечивал порядок, когда милиция и прокуратура разбежались. Что вы считаете, что мы здесь поднимали флаги и знамена для соединения? Нет, этого не было. Город Дзержинск – это город трудовой славы, город шахтерской славы. Сейчас многие шахты закрыты, люди жалуются на отсутствие работы. Да и внешне мирная жизнь в городе обманчива. Окраины время от времени обстреливают. Но, несмотря на это, на центральном рынке Москва звучит баян. Людям надо как-то немножко настроение поднять. Ярослав Кречко, Андрей Костюк. Подробности. Телеканал Интер. Правительство Украины намерено перенять польский опыт децентрализации власти и передачи полномочий на места. Получится ли? Тут еще вопрос. А вот что удалось сделать самой Польше. Давайте посмотрим материалы Ольги Головиной. Еще 5 лет назад это были просто яблоневые сады. Сейчас это современный микрорайон, построенный по канадским технологиям. Гмина Лишноволя разрастается очень быстро. Сюда переезжают жить варшавяне, и даже некоторые фирмы предпочитают открывать свои офисы. Домики один в один. Чисто, уютно, функционально. Иностранные инвесторы стоят в очереди. Жилье, водоочистные сооружения, торговые центры. Кроме западного, китайский, турецкий, вьетнамский капитал. Детей в Гмине Лишноволя, что в 20 километрах от Варшавы, много. Поэтому в школах учатся в 2 смены. В этой солнечные батареи на крыше дают 80% тепла круглый год. Спортивные, танцевальные кружки до самого вечера. Еще до Евро-2012 в Польше запустили проект построить 1000 футбольных полей по всей стране. Часть денег выделил центр, но больше всего все-таки гмина. Пани Мария Йоланта Батыцка-Вонсик – староста, или, как здесь говорят, вуйт гмины. Уже больше 15 лет. Показывает многочисленные награды за достижения Лишноволи. Гмина – первичная административная единица. Объединяет несколько тысяч жителей. Это могут быть, например, несколько сел. Своим бюджетом распоряжаются сами. Центр уже давно не указ. В 90-х бюджет нашей гмины составлял 12 миллионов злотых. Сейчас он больше, чем в 10 раз. Тогда у нас было 20 предприятий. Они занимались в основном овощами и садоводством. Сейчас 5000 фирм. Административная реформа проходила в Польше в 2 этапа. После того, как организовали гмины, перешли к приватизации госимущества. А дальше были горячие споры вокруг полномочий и количества повятов и воеводств. В нашем случае это как районные области. Успех реформирования в Польше бывший мэр Варшавы, а теперь депутат Сейма Марчин Свинчицкий, объясняет тем, что правительство доверило разработку и проведение реформы не политикам, а экспертам. И премьер ему доверял, просто доверял эксперту, не доверял этой бюрократии, этим, можно сказать, чиновникам, которые там боялись отдать свои полномочия. Ну, конечно, политическую ответственность за это взял премьер-министр. В планах гмины Лишноволя строительство новых жилых домов, дорожных развязок. И пане Марии Яланте скоро придется искать место на стене своей приемной для нового диплома. Ольга Головина, Игорь Антонюк, Польша. Подробности, телеканал Интер.
Двое днепропетровских гаишников стали настоящими звездами YouTube. Активисты дорожного контроля сняли на видеокамеру, как те берут взятки. Во время дежурства на трассе инспекторы стребовали деньги сразу с нескольких водителей. В кадр попал тот момент, когда гаишник планшетом прикрывает от встречного потока машин кошелек водителя, из которого, собственно, последний отсчитывает купюры. Ведомстве поначалу отмалчивались, мол, назначено служебное расследование, но вот сегодня стало известно, взяточники уволены, а их руководители отстранены от должностей. К сожалению, такой факт на самом деле имел место. Сотрудники оказались не готовы к новым условиям несения службы. По результатам служебного расследования они уволены. А французских полицейских сняли на камеру во время рейда по выявлению нелегалов, которые пытаются пробраться в Англию. И разгорелся скандал. Скандал нешуточный. Продолжит София Гордиенко. Непрошенный гость – головная боль французского портового города Кале. Он находится в самом узком месте пролива Ла-Манш. Ежедневно отсюда в британское Эльдорадо отправляются десятки грузовиков и паромов. А в них, правдами и неправдами, пытаются попасть нелегалы. Ожидая подходящего случая, они оккупировали часть порта, живут здесь месяцами, воюя с властями и между собой. Эти кадры сегодня во всех французских СМИ. Оперативно, без церемоний, иногда с применением силы, из проходящих грузовиков буквально вышвыривают людей. Съемки велись издалека, но разглядеть детали операции можно без труда. Как и услышать крики, которыми сопровождалась работа правоохранителей по зачистке транспорта. Полицейское управление объясняет, застав зайца в грузовике, его уговаривают выйти по-хорошему, но желающих покинуть фуру обычно не находится, вот и приходится применять силу. И тут уже как получится. Общество разделилось. Одни сочувствуют зайцам, другие – полиции. У последних больше сторонников в самом городе Кале, где даже местное кладбище превратилось в нелегальный мигрантский сквот. София Горденко, Василий Трушковский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». В Израиле наконец-то сформировано правительство. Беньямин Нетаньяху остался премьером. Но вот как долго он просидит в этом кресле? Ответ на вопрос искал Сергей Услендер. Итак, титаническими усилиями за несколько часов до истечения положенного срока правительство в Израиле все-таки было сформировано. Премьер-министром остается Беньямин Нетаньяху, который, что называется, пошел на рекорд. Это его третий срок, он у власти уже больше 8 лет. Подряд. Казалось бы, надо вздохнуть с облегчением, но народ ропщет. Опросы показывают, что люди недовольны составом нового кабинета, недовольны тем, как Нетаньяху проводил коалиционные переговоры, и вообще недовольны. С одной стороны, я, конечно, рад, что вся эта история с выборами закончилась, и Нетаньяху наконец сформировал правительство. С другой, мне совсем не нравится, как это было достигнуто. Конечно, здорово, что правительство наконец-то есть, но жаль, что такое слабое и неустойчивое. Слабое и неустойчивое? Да это еще мягко сказано. В Израиле, я напомню, когда парламентская партия выигрывает выборы, ее руководитель, в данном случае это Беньямин Нетаньяху, получает право сформировать правительство и для этого заключает союз с другими политическими силами. В этом году, в этот раз было решено сделать ставку на религиозные партии. Дальше начался такой дикий торг, какого израильская политика уже, наверное, и не припомнит. За свое участие в коалиции ортодоксы потребовали министерские портфели, миллиарды для своих избирателей, отмену одних законов, принятие других законов. Самое интересное, что они все это получили и даже, наверное, с избытком. Оппозиция просто в ужасе от такого восточного базара. Это не жизнеспособный кабинет, который поведет страну в тупик. Мы же будем сильной, сплоченной оппозицией, которая может дать стране такой путь развития, который приведет ее к процветанию. Оппозицию, конечно, понять можно, расстроены проигрышем на выборах и сейчас вовсю ругают действующую власть, но и она поводов дает, что называется, с лихвой. Чего стоит, например, назначение одного из лидеров религиозной партии Ш'ас Арье Дери министром экономики, а ведь он за получение взятки 4 года отсидел в тюрьме. Отчасти утешает то, что в коалиции всего 61 мандат, это из 120 возможных, поэтому стоит одному депутату из него выйти, как правительство тут же развалится, поэтому, скорее всего, новые выборы не за горами. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер», Израиль. Проиграл выборы, гуляй смело. Не все британские политики придерживаются такого принципа, хотя и обещали. Кто же не держит слово и кому плевать на репутацию, знает Оксана Кундеренко, наш корреспондент в Лондоне.
он назвал себя человеком слова. Ушел в отставку в пятницу, а после выходных уже вернулся. Самый эпатажный британский политик получил звание самого нечестного. Найджел Фарадж обещал уйти с поста лидера партии независимых и слова не сдержал. UKIP якобы не могут найти ему замену и отказываются принимать отставку. На самом деле это дружественная России партия евроскептиков, политсила имени одного человека. После феерического поражения на парламентских выборах у UKIP лишь один представитель в палате общин, и даже сам Фарадж мандат не получил. Найджел Пол Фарадж, UKIP 16 026. Крейг Маккинли, кандидат от консерваторов, 18 638. Вы же не сдержали слово, это дискредитирует вас как лидера. Я сдержал. Всего на 3 дня. Я публично сказал, что ухожу, и сам был удивлен, как сильно мне доверяют однопартийцы. Кому отдых после поражения потребовался, так это экс-лидеру лейбористов Эду Милибенду. Его застукали в аэропорту по дороге на Ибицу и тут же затроллили фотожабами. Эд с голым торсом и в компании полуобнаженных девиц развлекается, пока в спину дышат конкуренты. Вот, например, первый темнокожий кандидат в лидеры партии. Я рад объявить, что собираюсь бороться за пост главы партии. Думаю, лейбористы должны побеждать. Тем временем Кабмин, впервые за долгие годы состоящий исключительно из консерваторов, собрался на первое заседание. Хотят показать электорату, мол, работаем, пока конкуренты погрязли в межпартийных распрях. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности британское бюро телеканала Интер. Макароны выдали грабители в Соединенных Штатах. В Китае в хор ушел под сцену и раскрыт код пьяниц. Об этом не только. Посмотрите в нашем обзоре. Американские ученые выявили ген, ответственный за запои. Он синтезирует особый белок. Исследования проводили на мышах. Те, у кого этот ген не работал или мутировал, напивались в стельку. В отличие от остальных сородичей. Исследователи надеются, что их открытие поможет бороться с запойным алкоголизмом и поспособствует разработке лекарств для его лечения. Задушил в объятиях. После встречи с любимым мультяшным героем 8-летний мальчик попал в больницу. Инцидент произошел в американском Диснейленде. Путешествие ребенка по сказочному городу закончилось после знакомства с Плуто. Это друг Микки Мауса. Его крепкие объятия вызвали у мальчика боли в спине. Рентген показал сильное растяжение мышц. Тимбилдинг от миллиардера. Китайский толстосум вывез на каникулы в Париж и на Лазурный берег 6 500 сотрудников своей компании. Бизнесмен Ли Цзиньян забронировал 140 отелей во французской столице, а также 79 гостиниц в Каннах и Монако. Щедрый жест приурочил к юбилею компании. Все это вылилось ему в 33 миллиона евро. Реактивный мотоцикл. Британец Ричард Браун готовится установить новый мировой рекорд. Он собирается разогнаться на своем байке до 724 километров в час. Для этого Браун специально сконструировал уникальную машину, двигатель которой основан на вертолетной турбине. За страсть к быстрой езде британцы называют маньяком скорости. Провальное выступление. В Китае во время репетиции хор в полном составе провалился под сцену. Повезло только дирижеру. Пол не выдержал опоздавших певцов. Как только количество артистов на сцене достигло 80 человек, конструкция рухнула. Большинство вокалистов отделались синяками. Город без предрассудков. В Вене установили светофоры для геев и лесбиянок. Зеленым и красным на переходах светится изображение однополых пар. Это нововведение приурочено к началу песенного конкурса «Евровидение». В прошлом году его победительницей стала бородатая австрийская певица Кончита Вурст. Нынешний конкурс будет максимально поддерживать права сексуальных меньшинств. След из макарон выдал грабителей-неудачников в Нью-Йорке. После взлома ресторана и кражи денег и еды трое мужчин скрылись в лесу, оставив за собой длинный след из награбленных продуктов. Он и вывел полицейских на преступников. Сейчас все трое задержаны и ждут суда. Новая версия ликвидации террориста номер один. Так ли все было, как рассказывает Белый дом, и кто действительно стоял за убийством Бен Ладена? Британский журналист опубликовал свою версию этой громкой спецоперации. Подробнее об этой версии мой коллега расскажет, Дмитрий Еловский, он в Вашингтоне.
Устранение Бен Ладена в Америке считают одной из самых удачных операций спецслужб. 100% уверенность в том, что это был именно он. Никакого лишнего шума, контроля и исполнения только за американцами. Но британский журналист Сеймон Херш считает, что все было, ну, не совсем так. В Лондоне на днях выйдет его книга с подробным расследованием обстоятельств смерти Бен Ладена. Но уже сейчас есть некоторые выдержки из этого скандального и очень важного материала. Так, например, журналист уверен, 2006 года лидер Аль-Каиды сотрудничал с пакистанскими властями, жил под их прикрытием, использовался для того, чтобы, ну, как бы оказывать давление на свою террористическую организацию. Да, уже Бен Ладена сотрудник пакистанской разведки, за что получил положенный большой куш порядка 25 миллионов долларов, который еще Буш назначил сразу после атак 11 сентября. После этого якобы начались торги между спецслужбами Вашингтона и Исламабада. И вот в итоге, как утверждает Херш, американцы все-таки смогли убедить своих коллег в необходимости этой операции. По условиям сделки Америка должна была сообщить о ней только через неделю после самого убийства. Но все пошло не так, когда на подлете к вилле Бен Ладена упал американский вертолет. Так появилась первая официальная проамериканская версия в операции, тщательно спланированной Пентагоном и американскими спецслужбами. В Вашингтоне, конечно, в эти дни пух и прах разносит версию британца. В Белом доме говорят, что очень много неточностей, в Пентагоне и вовсе этот текст называют сфабрикованной фальшивкой. Однако сейчас показалась только самая верхушка этого айсберга. Еще больше фактов и еще больше разоблачений всплывут на поверхность уже в самое ближайшее время. Дмитрий Иловский, Юрий Романюк. Подробности. Американское бюро телеканала «Интер». Новость от генпрокурора. ГПУ подала в Верховную Раду представление о привлечении к уголовной ответственности двоих народных депутатов – Сергея Клюева и Сергея Мельничука. Обвинение очень серьезное. Вот что сказал Виктор Шокин. Направлено два подания для розгляду про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності. Перше – народного депутата Клюєва Сергія Петровича. На притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Мельничука Сергія Петровича. Це стаття 257. Вона, це тяжкий злочин створення злочинної організації. Статті дуже суворі. Мельничуку до довічного ув'язнення може бути, можливо, можливо. Клюєву дуже тривалий термін. Дуже тривалий, свише 10 років. Ну а вот что касается снятия электронных браслетов, судьи Печерского суда Царевича Кицюка, Шокин ответил, что подробностями он пока не владеет. Но ГПУ изучит вопрос и уже завтра подаст апелляцию. Ну и, как мы обещали, чем завершилась и завершилась ли вообще встреча представителей коалиции с президентом, напомню, говорить собирались о кадровых вопросах. Елена Митясова снова с нами на связи. Леночка, здравствуй. Что-то уже стало известно или нет? Алексей, стало известно, что на встречу к президенту зашла только одна фракция коалиции. Но о том, что на встрече будет решаться вопрос портфелей, якобы говорят, ничего не знают. Мол, встреча рабочая, и говорить будут об экономике, в тарифах, налогах и военном положении. Это пока вся информация у меня. Алексей? Ну, кто знает, возможно, завтра уже появятся даже и первые указы. Будем следить. Спасибо, Лена, тебе за работу. Это была Елена Митясова из администрации президента. У меня же на этом все. Я очень благодарен вам за внимание. Прощаюсь до завтра.